И всем привет, с вами я, Александр Сучков, и сегодня я буду играть на своем Samsung Galaxy в игру Subway Surf. Так как у меня на телефоне пропала программа съемки видео, поэтому я снимаю с телефона телефон. Ну, как-то так. В общем, давайте я возьму его в руки. В общем, мы начнем сегодня. Итак, раз, два, три, погнали. Давай-ка. Так. В общем, сегодня я хотел просто поиграть в это. Точнее, попробовать. Ах ты, блин. Так. Но пока что все норм. Так. Не знаю, видно экран, не видно. Должно видеть, по идее. Давайте. Используем. Так. Так, давайте попробуем сейчас. Конечно, так сложно снимать, ну ладно, приходится смотреть в экран не телефона, а в экран телефона другого. Да. Так. Погнали дальше. Окей. Так. Круто. Кстати, рестартоваться мы будем всего 3 раза. Мы уже 2 выполнили рестарта. Точнее, я это сделал. Почему я постоянно говорю «мы»? Потому что вы же как бы... Короче, это первая моя трансляция на YouTube. С того времени, как я решил закрыть свой канал. То есть, как-то так. Ах ты, блин. Ну что ж, давайте это... Ладно, давайте еще 2 раза сделаю. Так, мой проигрыш. Так, раз. И последний раз сейчас будет и все. Так. Да, есть видео, где я играю, типа что-то прохожу. На самом деле я не такой крутой игрок в Subway Surf, как вы думаете. Я на самом деле играю, ну, не как мастер в эту игру. Так. Я только нормально в КС-ку играю, да и в другие игры. В телефоны я игры особо не играю. Даже не авторизовался в Фейсбуке, чтобы вы меня не видели, то, что я авторизован. Так, блин, все, последний. Хотя нет, не последний, давайте еще. Там будет. Давайте до 10 все-таки. Это точно будет. Уже как бы, потому что я что-то... Я давно, конечно, не заходил, блин, в эту игру. Ну как бы, ладно. Так. Так. Ну да, конечно. Блин. Ну что ж, это был последний раз, и сегодня вот как-то так. Так. Давай, давай, давай. В общем, я собираюсь опять открыть свой канал. Заново. Попробовать, точнее.
Если ничего опять не получится, то все. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сычков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сычков. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сычков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео, так как канал опять, ну, как бы открылся. Все-таки пишите, я теперь опять буду читать комментарии. Но пока что вот так вот все получается. Ну, в общем, всем вам спасибо. Смотрите мои новые видео на Ютубе. В общем, и всем вам...